искусстве очень часто большую роль играет образ. И если это какая-то кукла, то это совсем не значит, что художник имел в виду реального младенца, реального ребенка. Поэтому смотрели какие-то, как пишут в этих желтых пабликах, сатанинские обряды. Но это никак не соответствует действительности, и даже смешно это слушать. Многое может не нравиться, но когда что-то не нравится, это не значит, что это плохо. Может быть, есть смысл задать вопрос, может быть, есть смысл поговорить об этом. Мы убрали пару экспонатов, потому что посчитали, что да, действительно, может быть, это слишком сложно воспринимается нашими согражданами. И зачем раздражать совсем людей. Но учитывая все это, мы решили дать более подробные объяснения к этим проектам. И любой человек, который придет к нам на выставку, сможет это прочитать. А мы всегда готовы к диалогу, готовы пояснить, готовы объяснить.